Эта история началась ровно неделю назад. Юг. Так меня зовут. Мы с бабулей с 3 лет живем одни. После того, как умерла мама. Просыпайся, жопа мармеладная. Но если о маме я хоть что-то знаю, то отца я не видел никогда в жизни. Откуда у бабули столько денег? Все переводы от какого-то Дэ Кипень. Стоп. Это папа? Согласно переписи населения, во всей России всего 200 человек с фамилией Кипень. Если убрать меня и женщин, получится всего 7 человек. Пора принять первое взрослое решение. Папа. В этот день моя жизнь изменилась навсегда. Я отправляюсь в самое долгое в своей жизни путешествие. Впереди целая Россия и всего 7 отцов, которые не ответили на мое сообщение. Да найду я вам вашего внука. Вы в меня верите или нет? Иди сюда, не бойся. Юг. Тихо. Куда вы знаете мое имя? Тихо, парень, я из полиции. Мы с твоей бабушкой уже 2 недели тебя ищем. Руки от него убери! Мне пацан жизнь спас! Твою ж мать, а? Юг, ты целого скорее. Пап! Ну, рассказывай, сынок. Как ты на голову-то мне свалился так? Да не похож. Юг, ты почему так долго добирался? Не твой он отец. Не твой. Просто поверь. Почему я должен сдаваться? Никто же не говорил, что будет просто.